Киеве к Новому году готовится вовсю. Тренируют желудки перед праздничным столом уже сейчас. На площади Независимости возле новогодней елки проводится чемпионат по скоростному поеданию вареников. Сражение проходит по всем правилам большого спорта. Условия соревнования простые. Как можно быстрее съесть 100 вареников с картошкой. Несмотря на то, что это любимое блюдо украинцев, справиться с полной тарелкой за 7 минут непросто. Некоторые пережевывают вареники в такт музыки. Некоторые запихивают их пальцами, а у некоторых уже болит живот. Чтобы стать победителем, оказывается, их нужно было глотать. Делится секретом своей победы студент 3-го курса Анатолий Клепач. Он в варениках разбирается, ведь сам любит их готовить. За 7 минут он осилил 90 вареников. Думаете, это много? Нет, это так. А кто действительно знает толк в украинских блюдах, так это Александр Гутмахер, организатор соревнования. Впервые такое сражение он провел в Нью-Йорке под патронатом мэра. Идея прижилась, и в следующем году пройдет международный чемпионат между украинской и американской сборными. Каждая нация, каждая культура имеет что-то свое родное. Это язык, культура и своеродные народные продукты. У поляков пироги, у россиян тривиоли. Американцы любят хот-доги, евреи фаршированную рыбу, китайцы дамплекс, а для украинцев это вареник. Абсолютно вареник. Кроме этого чемпионата, он уже организовал соревнования по поеданию пельменей, огурцов и мороженого на скорость. Но не все продукты подходят для такого спорта. Например, любимое блюдо Александра – котлеты по-киевски – глотать невозможно. «Ею нужно смаковать», – говорит маэстро. NTD, Киев, Украина.